Вкуснейшие лепешки с начинкой из картофеля. Горячие и аппетитные, с ароматом чеснока. Предложить можно к бульону или дополнить зеленью и подать в качестве самостоятельного блюда. Попробуйте. Картофельную начинку дополним жареным луком и зеленью. Также можно добавить грибы или сыр, выбирайте по своему вкусу. Картофель 5-6 штук. Яйцо 1 штука. Лук репчатый 1 штука. Кефир 150 мл. Масло растительное 60 мл, 40 мл. В тесто 10 мл. Для жарки лука 10 мл. Для смазки готовых лепешек. Мука пшеничная 200-250 грамм. Соль 1 щепотка. Сода 1 щепотка. Укроп 1 пучок. Чеснок 2-3 зубчиков. Количество порций 6-8. Подготовим ингредиенты. В миску наливаем кефир, добавляем соль и соду. Перемешиваем. Кефир должен вспениться. Добавляем стакан муки. Наливаем 40 мл растительного масла и все перемешиваем. Подсыпаем муку небольшими порциями и замешиваем тесто. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут. Затем разделяем на 6-8 равных частей. Картофель чистим, режем крупно и варим до готовности. Воду сцеживаем. Толчем картофель, добавим яйцо и соль. Лук режем, обжариваем и высыпаем в картофель, добавляем порезанный укроп. Кусочек теста посыпаем мукой и раскатываем в лепешку. По центру кладем картофельную начинку. Заворачиваем начинку в тесто. Тесто с картофелем немного прижимаем рукой и аккуратно раскатываем лепешку. Обжариваем на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. В пиале смешиваем растительное масло и пропущенный через пресс чеснок. Смазываем лепешки. Картофельные лепешки готовы. Подаем горячими. Приятного аппетита!